Всем привет! С вами снова Настя и обзор весенних новинок. Мы подготовили для вас много новых ярких образов, так что устраивайтесь поудобнее. Поехали! Открывают нашу подборку двубортный жакет оверсайз и брюки палаццо в модном оттенке bubblegum. Базовый джемпер с романтической печатью. Круто смотрится с брюками, джинсами и юбками. Было решено поддержать юбку джемпером с ажурной вязкой. По-моему, совершенно очаровательно. Приталенный жакет и укороченные брюки со стрелками. А с юбкой мини образ станет более женственным. А под жакетом футболка с яркой авторской печатью. Пальто в трех сочных оттенках. Идеально, чтобы встречать эту весну. Костюм, который успел взорвать наш Инстаграм, вы уже видели. Это трикотажные брюки и джемпер с пич-эффектом. На этой неделе в продажу поступили модели в новом оттенке – беж. Как вам? Мне кажется, он рискует стать абсолютным бестселлером этой коллекции. Однобортный жакет с натуральным составом. Отличное решение для офиса, прогулок или встреч с друзьями. Джемпер с V-образным вырезом. Базовый и такой комфортный. Представлен в 4 цветах. Жакет с поясом на талии отлично подойдет в качестве верхней одежды на весну. Выполнен из фактурной ткани в оттенке camel. Базовая белая рубашка – must-have любого гардероба. С ней можно создать не только повседневные, но и деловые образы. Туника с фирменной печатью. Выполнена из плотного и в то же время очень мягкого трикотажа. Уверена, она впишется в любой образ. Кстати, в составе хлопок и лен. В этой тунике вам точно не будет жарко летом. Трендовый рваный джемпер. Выглядит стильно и просто создан подчеркнуть бунтарский характер его обладательницы. Вот и все образы на сегодня. С вами была Настя, и я поздравляю вас с наступлением весны. Пока-пока!